Пытались наказать, же получилось. Вот, ну, вот, опа, электричка сгорела. А как давно это было? Минут 40, наверное. Минут 40. Скажите, что произошло? А я при чем? Я вообще, я пассажиром был. А кто был за рулем? За рулем был хозяин машины. А его сейчас нету, да? Он испугался, убежал, он вообще в шоке. Он говорит: Александр, я не знаю, что мне делать, я убегаю. Меня спросили, я ответил, меня позвали, меня проехали в райотдел. Я назвал ФИО, ну, фамилию, имя, отчество. Все сказали там, вот Александр Викторович, там, вы там управляли. Я говорю, я не управлял. Я был вообще со стороны пассажирского сиденья. Я вышел. Меня позвали. Здрасте, да, до свидания. Пытаюсь достучаться. До меня оформляют административное правонарушение. Я пытаюсь достучаться. Мне говорят, вы не имеете права. Нет, стучать не имеете. Вас ознакомят, конечно, с материалом. Когда? Почему не составляют в присутствии моем? Предложили присесть в автомобиль. Я не хочу. Я не обязан присаживаться в ваш служебный автомобиль. Я не обязан этого делать. Никто не говорит, что вы обязаны. Ну, так вам почему вы меня заставляете? Не заставляйте меня. Я не заставляю, я вам предложил. Вы меня заставляли. Присядьте, пожалуйста. Я сказал, я отказываюсь. А кто был за рулем? За рулем был хозяин автомобиля. А он сбежал или? Он убежал, он испугался. Тут мигалки, как, людей, как куча целых. А? Как зовут хозяина автомобиля? Я не имею понятия, как его зовут, потому что я работаю на СТО. Я работник СТО, мы выехали с ним проехаться, просто посмотреть, как работает коробка передач, потому что он ее проверял. А расскажите, пожалуйста, как вы проверяли коробку передач? Не я проверял, девушка. Вы меня сейчас провоцируете на правомерное действие? Я вас или что? Спрашиваю просто. Вы, вы полиция? Свидетели о том, что на гипермаркете вы там арестовали, чуть ли не задавили. Докажите. Это есть видеофиксация. Докажите. В гипермаркете. Покажите. Ну, покажите. Это надо пойти взять на гипермаркете на стоянке. Нет, подождите, вы должны меня ознакомить. Мы вам предложили присесть. Это вы не мне. Я не обязан присаживаться. Ну все, пожалуйста, стойте на улице. Я стою. Хорошо. А что ж вы тогда кричите, что вам? Я кричу, что я не кричу. В вашем присутствии составляет. Присядьте, будете видеть. Я не хочу присаживаться в ваш автомобиль. Фонарики разбили. Я вообще не имею права в него присаживаться. Правильно? Ну. Вас пригласили туда присесть? А я не хочу. Право. Ну, так оформляйте.